Привет, дорогие мои, мы продолжаем проходить Карим. В последней серии мы пробрались к месту, которое нам нужно было посетить по квесту «Черная звезда». И тут нам нужно найти звезду Азуры. Место, надо сказать, необычное. Несмотря на то, что я уже довольно долго играю в игру, вот такой тип архитектуры и вот таких приколов я еще не видел. Меня успокаивает то, что несмотря на то, что тут куча, очень много воды, куча воды, это, конечно, круто звучит, у меня есть маска Вольфсунг, которая позволяет дышать под водой. Так что вода мне не очень страшна. Много-много воды. Так, это единственный путь. Судя по всему, да. Но вообще нам нужно, похоже, куда-то вот сюда, потому что именно тут, похоже, мака находится, но до него сначала подняться надо. Это, я думаю, сейчас придется попетлять. Да что ж такое, кругом эти, блин, скелеты, черепа лежат. Чьих рук это дело? Кто поет? Это скелет поет? Я не пойму. Но я вижу, он скелет стоит, но... Я еще не слышал, чтобы скелеты умели петь. А, понятно. У нас за столом какой-то маг сидит. Так, ну и, блин, две стрелы, это, конечно, да. Хотя у меня еще другие есть. Ой, да как-то так. Блин, да ни одна стрела не попала. Так, все, у него кинетический барьер. Кинетический барьер, да. Что-то я, блин, с Mass Effect'ом перепутал. Думаю, мне просто слышится. Да, конечно. Ох, сколько вас тут, ёлы-палы. Блин, я думаю, я тут погибну и не раз, потому что с магами-то у меня вечные проблемы. Я-то думал, что меня защищает от них броня, оказывается, против них нужно... пить всякие зелья, защита от магии, но так как у меня ни одного зелья нет, это, я думаю, будет все очень-очень печально. Так, ну... Я, конечно, панику навел своими ударами. Потому что они у меня пугают. Это хорошо. Это дает мне возможность спрятаться. В принципе, пока ученики. Не так уж и страшно. Так, стрелы себе подберем. Это что-то капец какой-то. Стрелы вообще... Парень, похоже, какой-то заговоренный был. Стрелы летели куда угодно, но не в него. Спорченная книга. Человеческое сердце. Ненавижу темных магов. Так, ладно. Братья не отдыхает. Смотри, услышала. Вроде все чинно, благодушно. Это хороший повод сохраниться.
Хорошо, такое дело. Да, ничего особо страшного. Чугунная кастрюля мне, я думаю, не очень-то уж нужна. Так, ладно. Куда это мы попали вообще? Блин, мне все-таки нужен кинжал. Вот именно для таких вылазок в одну руку кинжал. По-любому. В левую. Оп. Да как ты так? Я, блин, заговорился, не заметил, как она меня даже увидела. Рубин, ух ты, хорошая штука. Жаль, не для меня. Но пригодится, пригодится. Да как они меня видят вообще? Блин, да чего полезная штука, а? Прям не нарадуюсь. Ладно. Кувырок, это, конечно, блин, одно из самых удачных приобретений за последнее время. Смотри, еще сердце, а не этот череп. Ну, немногим лучше. Смотри, замечают. Как они меня замечают? Так, надо сохраниться первым делом. Вторым. Так, парень в панике убежал. Ну, блин, они какой-то особой опасности вообще не представляют, насколько я вижу. Трагедия в черных тонах мне что-то прокачает. Нет? Да зачем ты мне нужна? Так, ладно. Бесполезное, похоже, помещение. Единственное, что... Че, опять смелости набрался, что ли? Оу. Да, ничего особо хорошего тут не было. Опять заметишь меня? Искусник. Добрый день. Так, не надо вот ее поднимать, пожалуйста. А? Ох, высший. Высший это... Это плохо. Это высший. Так. Блин, он у меня выносливость все сожрал и все жизни сжирает. Да что ж с тобой такое-то, а? Так. Да. Вот высшие некроманты, это, конечно, всегда проблемы. Всегда проблемы. С магом у меня никогда особо не вязалось. Давайте рыбку его съедим.
Цветочек съедим. Эльфийский кинжал. Блин, а? Тебя прокачать где-нибудь? Хотя бы тебя. Так, сохраняшечка. Нашли же здесь такое сырое место. Интересно, его разметает безжалостной силой? По идее должно, то есть вообще на части порвать. Нет, смотри. Фусро, да. Сколько уже приколов в интернете появилось на эту тему. Допустим, кого-нибудь ветром сдувает под эпичную музыку. Ну, я думаю, все сами все уже видели. Приколов просто куча. Хорошо. Кстати, у меня перегруз скоро будет. Это Вася. Фигня. Стоит неплохо. Фигня. Смотри, неплохо. Непонятно одно, а почему я, допустим, не могу... Да? Ты смотри, да? А если бы я не прыгнул, то... Я бы и не знал об этом. Так, как мне теперь выбраться отсюда? Да. Фиаско. Ладно, выберемся как-нибудь. Надо было проверить. Я давно уже в воде не плавал. С Обливиона, по-моему. В этой части, по-моему, ни разу я под воду-то не погружался. Воздух у меня не кончается, так что можно плавать сколько угодно. Монетки. Крепкое зелье магии. Хорошо, это все хорошо. Это все супер. Так, что же я наделал? Как я теперь на ту сторону попаду? Надо мне вот на эту штуку подняться, подождать, пока крик восстановится, и перелететь. И больше так не тупить по-страшному. Потому что по-другому я, судя по всему, забраться-то не смогу на этот берег. Хотя, вон там смогу. Давайте уж попробуем. Стремительным рывком. Сейчас оно загрузится. То есть, ну, поняли. Да, вот так. Вроде спокойно. За дверью, по-моему, кто-то и есть. Блин, ну ученики отмычку ломать, это, конечно, позор. Что у вас тут есть? Так. Магический свет. Сейчас осветим себе все. Наконец-то в них появился смысл. Так, бочка, что у нас? Пшеница. Соты, о, жрём. Все съели. Ничего не оставим некромантам. И, в принципе... Офигенно. Видите, да? Это я делал. Так, хорошо. И что это в итоге нам дает? А, ну да, вот тут снизу мы пришли. Хорошо.
Хорошо, хорошо. Что у нас тут? Тут у нас... Тут у нас ничего. Иллюминация, понимаешь? Воды или налты. Хорошо. Куда-то двигаемся. Натурально какой-то культ Дагона, блин. Или Дагона, я не помню там. Так, ну чё, ребятушки? Ой, это было коряво, конечно. Теперь они убегут. Это было коряво. По-моему, самый корявый за серию действия. Мономиф. Интересное название. Понятно. Обычная книжка. Так. Вы друзей позвали, что ли? Зачем вы друзей позвали? Так, старший некромант. Старший некромант не очень хорошо. Так. В принципе, ладно. Давайте посмотрим, что там у старшего некроманта было. Или я уж смотрел, не помню. Нет, не смотрел. Стрекоза любви. О, неплохо. Так, ладно. Осколки камня душ. Интересно, для чего они? Врата Обливиона. Научит мне чему-нибудь колдовству. Кругом камнедушка. И, короче говоря, мне они, в принципе, сейчас не особо нужны. Заметили, да, забавную штуку? Начинающих, если напугаешь, они убегают и зовут с собой старшего. Но прям, блин, продумали даже такие мелочи. Скелет там. У нас камера содержания. Так, тебя, я думаю, мы сейчас луком... Ой, блин, не то нажимаю. Луком запилим. Хорошо. Замочки. Ничего хорошего внутри. Так, подожди. А нет, показалось. Показалось, что там рычаг. Ага. Так.
ты у нас какой? Ты у нас один вообще? Сдается мне, что ты какой-то сильный маг, да? Мастер. Так, ну и что, и все? Было не сказать, что сложно. Так, каменная плоть. Черный камень душ, пустой. Посох цепных молний. Перебрасывается на новую цель. Неплохо. Интересно, это можно приделать к своим мечам? Попозже попробуем. Это, конечно, палево будет дикое. Но, по крайней мере, будет забавно. Блин, большое подземелье. Так, что-то тихо как-то. Где все? Ага. Так, а вот и братюня. Вон тут один, похоже. Или это вообще скелет сидит? Да, просто скелет. Подожди, я хочу быть уверен. Да нет, он явно мертвый. Сломанная звезда Азуры. Отлично. Отмычка. Мейлин Варен. Так вот ты какой, да? Мейлин Варен. Гримуар. Победа магии над Даэдро. Автор Мейлин Варен, мастер зачарования. Хотя идея проведения экспериментов над эдрическим артефактом была встречена насмешками и презрением, мне удалось преуспеть в том, на что невежественные и суеверные даже не решились бы. Черная звезда. Моя победа над эдрической владычицей Азуры, переосмысление, преобразование величайшего камня душ. Он послужит сосудом моего бессмертия. Вот окончательное доказательство, что смертные могут жить бесконечно, как и обитатели Обливиона. О, какие видения, какие голоса Азур насылал, чтобы запугать меня. Кто-то называл меня безумцем, но истина была на моей стороне. На пути развития самой природы магии не может быть запретных святынь. Пускай Даэдро шлют свои гадкие картины в мою голову, они лишь подогревают мою волю и укрепляют в решимости отгородиться от любого влияния любых нравственных укоров. С моими последователями я построил новое место, где мы будем свободны от закоснелых умов Винтерхолда, Форт Элиналта. До своего изгнания мы провели ряд небольших экспериментов, часть которых привела к разрушению острова, но несколько наложенных чар сохранили руины в целости. И под водами озера Элинальта мы нашли идеальное место для завершающей фазы Черной Звезды. Круто. Судя по всему, ни хрена хорошего у вас не вышло, да, ребятушки? Что-то пошло не так, и вы все стали горсткой костей. Нам пригодится ибонит. Скоро будет перегруз. И все, выходим. Было прикольно. Хотя, конечно, не люблю с магами воевать. Да и со всеми не люблю воевать. Я тоже сам говорю и про фаунеров, и про бандитов. Кто не попадается постоянно, что-то мне не нравится. Так, подожди, а что он мне показывает сюда? Мне вообще... А, это просто типа выйти оттуда можно обратно. Вообще мне нужно сейчас по этому квесту обратно сюда, но сейчас мы двигаемся сюда. Крепости треснувший бивень. А нет, мы не сюда двигаемся. Мы двигаемся
Подожди. А, вот, да, к волку идем. Блин, что-то я запутался. Для этого нам нужно пересечь это озеро. Только как это сделать? Сейчас я прямиком туда смотрю, куда мне нужно. Давайте поплаваем. Лаксбери так. Ох, чуть об камни не убился. Дышать под водой я могу бесконечно. Маска позволяет. Хоть маленько изведаем местные глубины. Ни разу еще не плавали тут. Блин, ну-ка, рыбка. Ну-ка, иди сюда. Лосось. Здоровенный лосось, ребята. Вот так рыбачить надо, а не как вы, лошары, с удочками на берегу сидеть. Вот, и кто такой? Заяц? Заяц, ты охренел? Офигеть. Плавающий заяц. Заяц-амфибия. Ихтиандр. Так, ладно, поплыли. Где тут у нас волк? Волчара. Волчара, выходи. Вон он. Вон он, дорогой. Спокойно. Свои пришли. Так, все. Судя по всему, я так... Ой, какая пакость. Какая пакость. Ой. А мы что, уже не друзья? Или ты другой? Те вон там стоят. Уф. Так, давайте-ка вот тут вот у берега встанем. Закончим на этом эту серию. В следующий пойдем, я думаю, в Темное Братство. Но это будет следующий. Надеюсь, вам все нравится, потому что мне, блин, вообще не надоедает. Это, по-моему, очень круто. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.